В общем, приехал дядя Миша к своему отцу, а отец тут яму копает. Вот такая тут яма. Здесь мы будем держать пленных, которые нарушают, так сказать, наш покой и порядок. Ну вот, первый пленный уже у нас есть. Это чтобы оно было более сочным. Ну, естественно, не водой, а. Я понял. Не густо. В данном случае его немного, вот так, ну таким макаром, чтобы вот эта штука, ну датчик, температурный, не вперся в мясо. Ну понятно. Заливаем воду в гидрозатвор. Не, ну сначала костер. Костер потом выставил на костре и я понял. Чтобы по воде. Давай занимайся. Ну а рассол ты какой делал? Рассол 70 на килограмм мяса идет 75 грамм соли. 1 литр воды. Это, ну, я люблю такую соленость мяса. Туда черный перец, душистый перец и 3 гвоздички. Лавровый лист. Килограмм мяса, литр воды, 75 соли, черный душистый перец и пару гвоздичек. Да, на килограмм мяса, литр воды. И сколько оно маринуется, получается? Сутки? Значит, проварил вот это дело. А, провариваешь? Провариваешь. В рассоле или в воде? В рассоле. Соль, ага. Сюда. Соль бросаешь, вот это провариваешь. Да. 3-4 минуты прокипячиваешь. Выключаешь и в эту жидкость бросаешь по вкусу смесь душистых трав, ну кому что нравится. Ну я понял. Кому что нравится. На вкус и цвет все бабы разные. Дальше, кому толстые, кому худые. Ну да. Нравится. Ну и туда уже потом смесь перцев там. Кто смесь перцев, кто там берет, покупает приправки. И сколько оно настаивается в этом рассоле? Я настаиваю 2 дня. 2 дня. Все, и потом после этого это вот толстый. Эту тряпочку и, ну, обязательно марочку, не было копоти. Ну, не люблю я копоть, чтобы было много. Заворачиваешь марлечку. Есть люди просушивают мясо, потом да, я люблю, чтобы оно более сочное было. Я его просто вынул с рассола, обмотал в марлечку и положил. И положил. И будет оно коптиться у нас теперь сколько? 2 часа? 2 часа. А сколько градусов ты будешь делать? 100. Куски большие у тебя, толстые. Поэтому, поскольку куски большие, значит 2 часа. Тут была мысль, а? Грудинку копим. А, это копчик?
Да, вот да, это копчение. До горячего копчения. Вот сижу за температурой, сижу. Вот это коптильня. Но вот тут трубку надевается шланг. И вытяжку. Выводится вытяжку, ставишь на плиту дома. Ага. За счет того, что гидрозатвор, вот вода налита, дым не выходит, он шурует через трубочку, вытяжку. У тебя температура, ё-моё. Это оно скакануло, потому что ты только что горел. 2 часа будет коптиться, а потом будет еще отлеживаться в погребе до завтра. Ну, в погреб кладешь на ночь его, чтобы оно... Мы же вечером делаем, чтобы она... Вот этот резкий запах, чтобы ушел резкий запах. Вышел резкий запах. Чтобы вышел потом резкий запах. Потом пергаментную бумагу. Да, потом с утра выходишь в пергаментную бумагу. Угу. И ну, лучше через сутки есть. Ну, завтра вечером можно его попробовать, потому что он, чем больше оно лежит... Завтра вечером мы его и попробуем. Пергамент, чем больше оно в пергаментной бумаге лежит, тем оно больше набирает ну, этот, вкус, оно, вкус, все вот эти запахи, все эти соли, оно все пропитывается. Понятно. По всей, так сказать. Ясно. Будем ждать, пока оно закоптится.